вдало. Піди напийся водицю з криниці. Да, Пати, дай, я вот сейчас зачарю вещи здесь. Подскажите, на ШП надо сокеты красные 323 СПД, а желтые СПД и крит, да? Да, это так нормальные пацаны делают, натуралы. Можешь сделать какой-то и вбить в хосту камни. Откуда ты знаешь, что войти не натурал? Он убивает наши по камню в хосту. Это только я знаю. Кстати, вы в курсе, что впервые за 3 месяца у нас ульда не собралась? Ну, был еще раз, когда не собралась, но я не помню, насколько давно. По-моему, не 3 месяца, конечно, прошло. А знаете почему? Потому что кто-то уже собрал волонир. Да не знаю. Не, у меня там отмечены все, кто ролил голову. И по датам это каждую неделю кто-то ее сраливал. Последний раз это был промежуток, когда ее кто-то не ролил. Это был ноябрь. И то, может быть, там была ульда, кстати, может быть. Может, мы просто плюсноли делали. Копар просто не пошел в рейд, и ульда не собралась. Ну, кстати, нет, Олег, тут вопрос в другом, типа. Копар тогда был же со мной в рейде, мы написали, что Копар, что я, что мы зайдем, когда ну там останется 2 слота. В чем проблема? Почему нам не оставили слоты? Ну почему они не собирали дальше? Ладно, не переживай, это рофл. Ну, у меня в рейде было что-то типа 15 человек, я не хотел идти с учетом. Ну смотри, я вот как делал в сентябре, когда начал собирать, только половина гильдии ныла, там не хотела идти. У меня вот такие же рейды были по 15 человек. Я сидел до последнего, собирал, час уделял сбору. Давал 1к за сбор. Уходил просто. Либо сидел до посинения, час тратил на сборы. Убивали я роботов 15 человек, потом шли дальше квартал чистить, кто-то плюсовал, по ходу дела заходил, и где-то Калагарну было уже 22 человека, 23. Вот так вот у нас их рейды ходили. Ну, тут через полчаса сбора рейда были все те же 15 человек. Просто... Ну, что тут скажешь? Что, когда не состоялся сбор, в рейде не хватало всего 7 человек или 8. И как бы в чат писали в гильдии, что ульда типа стала 1250 ЕП, не пойду в ульду, зачем мне этот рейд. Я типа, ну, с пугами я насчитал, там человек 6 сидели в рейдах, в том числе Копар. Состоялся разговор с Копаром. Даниэль, Актулгалы, распределите ауры, бафы, джаги и фридомы, очередность. Белин,
даешь прото, калк, кресты, долоньель, сактулгалы, каску и баб. Разделите между собой. Селочка, ничего не баб. Что такое верение дверка? Это гей какой-то. Да кикни его, нет брони. Смонин, два человека. Принимайте сумон. Олег, ты будешь принимать сумон? Там не делаю. Ладно, запускайте босса. Убьем этого крылатого дурака. Дайте кулак, этот, каску по локам. Кидает. А в синий сокет что вставлять? Трахалит? Яркий показатель того, что здесь не надо ничего знать по спекам. Подавать ДПС. Ну ты хоть чарки делаешь, соки пуханешь. Смотрите на сумму. Акмо, первая копия Тиркос, вторая копия Белин. Олег, принимаешь? Не. Тогда запускайте босс. Цирк приехал. Вольфен-то не мог бы. Здесь произошли страшные события. Ну вот это у нас.
святилище считалось аккуратно неприступным. Аккуратно по стеночке заезжаем, чтобы не запустить нас раньше времени. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Сила. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была Слуги! Обратите их! Атакой руководил кровожадный Зарик. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои... Трися, подойди чуть поближе. ...чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю... Пойдет. Их нужно остановить. Пишем в РК на кого ролим. Куда ИП? Я записи голосую. Подожди, сейчас. Кому я могу, пожалуйста, просто повтори, я вот меняла наушники. Как без мод кинуть мне озарение. Там лет было ранен. Почему ты не можешь? Интеллект, давайте поранить. Магов не отправить? Так интеллект. А, добавь инту, пожалуйста. Фокус. Да, инту. Присумайте венспилса. Все, да, да, он был. А, там же еще нету. Стреба. Вижу.
мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Беги, малышка, беги! Небеса в огне. Скажите. Там Ваню поднять надо было, наверное. Как вы закончили? Не спал. Заходи. Не, пока не заходи. Может, заходите, Апис. Прикольная лужа. Давай, чтобы не портить нервы, Димас подамажит, а Апис похилит. Очень дружу. Потому что если ты смотришь на фреймы во тьме, то рейд проседает до 50% хп. Давайте вот покажу вот так вот. Это при том, что я на первой фазе не хилил вообще ничего. Хотя ладно, там фокусаку не было. Злани не дают паладины почему-то. Понг чуть не умер, там 9% хп было. Вон там был этот, как его? Ноум, шаман, возьмите Ноума.
во тьму. Я пойду в свет. Англиф есть. Люди шамана может похилить. У меня нет шамана. Есть. А, это Неймер. Это Неймер, я что-то его поспутал. Демона можешь еще поискать, у меня Аршан есть один без КД. Сумон плюсует. Давайте платим. Сумон плюс. Чё, убили? Я вылетел. Тебе надо был плащ? Не, не надо. Попал сейчас. Заебись. Проходи на второй раз. Ну, кажется, или у нас РПАЛ, короче, без камней. И без чарок. Я Галаниэль, ты слышишь меня? В следующий раз сделай камни, сокеты, прочарься, потому что в следующий раз ты не попадешь в рейд. У тебя половина шмота без камней, без чарок. Ты 6-1, не кидаешь длани. Что ты здесь хочешь сролить, наверное? Галаниэль, поставь плюс, что услышал. Приходи к кашку по шаманам. Домейнер можно дать один. Где рыба? Да, я ставила рыбу только что. Наверное, уже затыкали. Че еще поставить? Чек. Ешки. Рыбу устали.
Малышка, беги! Остерегайтесь тени. Кажется. Что там? Хотите заходить? Шамара, диспель ты, у меня нету бинда на диспеле. Мертв. Так ручками диспель, ёпты. Он упал до переходки еще. Сколько еще таких героев? Бейте большого, почему он не бейте? Большого не бьете вообще. Такого головы тень каплю вам БДК возьми. Фридом ДК бьет себе. Паладин и кость. Дим на ману. Дал. Ману, давай Дим. Да, давай. Ладно, сейчас вот. Я сделаю бинды по Ирелю. Мне вот интересно, почему на нахуя маг, блядь, долбит трэш, блядь, там. И, блядь, ты котом вздыхаешь, магом вздыхаешь здесь, блядь, вообще, ну, просто фокус. Ладно, ребят, сейчас я по Ирелю раздам ГП за этот трай. Ты хочешь? Да. Я не делай. Лиза. Не, просто Апис. Он стоял. Спекайся. Апис, спекайся, наверное, в ирдру. Или Димас, ты больше не будешь так слакать? То косвенно из-за тебя еще вайпаем.
он стоял вот этот Димас, просто кастовал, короче, его лезвие догнало, блядь. Он написал, что не будет больше. Он не будет тупить. Так. Кому там еще ГП? Апис. Мне. Лапа предков. Лапа предков. Лапа не виновата. Там первая смерть от лужи. Так. Что там вы за мага говорите? Что он убил трэш? Мало трэша, ты думал. Просто мелкий. Живое адское пламя. Нет, это не то. Не знаю, Апис мертвый был, что ли? Он Бенспилс нанес 514к. Ну, да. Маг 7. Фуловый маг 600... А, не фуловый. Ладно, я подумал, он фуловый на 6.1. Да. Маг нормальный, там Апис подвел с большим долем. Сейчас, подожди. По ретрике там Блайн кидает? Нет. Когда я выносил один раз, вроде не кинули, я так вроде было. Включал звук в река, потому что там ДК пробивало, и я попросил в ретрика кинуть капли. А чё, маг тоже умирал? Да, маг, отпрошу. Я заметил только те смерти, ладно. Сейчас я поставлю. Драйте, стойте, убегайте подальше от лужи, тогда не будет ГП и смертей ваших. Так, сейчас, секунду. Чек. Пристомахивает. Готовы. Булки сожмите, у меня 20 минут осталось. Тебя ты уходишь через 20 минут? Да. Хорошо, Тетракос, начинай. Она пола не будет потом. Рауды там диспельте хилы на первой фазе. Побежали метеор. Уже у рейда. Будем. Придется, ты когда фаза начнется, сразу заходи. Если нет лужи, то сразу заходи без команды. Веселочка через хвост. Побежали. Уже в рейде. Заходи сразу. Так, ДК зашел, рейд, заходи. Метку к хвосту. Хвосту выноси. Ваня не зашел. Ваня что, опять вылетел? Он просто стоит. Зайти можно? Да, заходите. Ну, если зайдет,
убьем, не зайдет, лайкнемся, ждем пока. Ладно, чтоб он еще жил. Нет, Димас, что ты стоишь не в метке? Иннеры, веруй, заливайте. Верующий, оставайся во тьме. Трися, да. Трися, я тебе сейчас кое-что объясню. Пипарка? Ну. Смотри, я заметил, что ты его втягаешь. Вот я тебе объясню такую штуку. Вот, когда Хадеон святую исчезает, да, начинается вторая фаза. Вот именно центр босса, где он исчезает, то есть куда бы ты его не отвел на первой фазе, там появляется портал. Но вне зависимости от того, где это. Тихо, я скажу. Вне зависимости от того, где он исчез и где этот портал в свету появился, босс в тьме тебя ждет всегда ровно в центре. Понимаешь? То есть, когда ты заходишь, тыкая на портал. Почему тогда перекрестие лезвия неровно в боссе? Ну, не важно, что ты там под себя подмечаешь, я тебе просто факт говорю, что он стоит ровно в центре. То есть твоя задача, чтобы он никуда его не тягать, просто сделать так, что когда ты вагришь во тьме, он не двигался. Если ты визуально видишь, что он не сдвинулся, а просто на тебя повернулся, то не тяни его никогда никуда. Потому что если ты его тянешь, ты, ну вот как раз делаешь хуйню, короче. Вот, ну я сейчас видел, что он стоял неровно. Ну понял, да, короче? Раньше было так, что он типа ходил туда-сюда, все помнят. Танком заходишь, сейчас он не... Ну... Спасибо, что волной кануб хилишь. Последняя волна перед смертью за 9 секунд. Ну потому что я давал волную метку, блядь. Посмотри хп, посмотри, что друид хилит, сколько он хилит, блядь. Потом ты рассказывай эту хуйню. Ешьте рыбу, пока стоит. Так нахуй тогда такой друид, если ты должен хилить рейд вместо того, чтобы меня хилить? Блядь, потому что рейд просел, блядь, метка, блядь, падала. Я дал НС-ку в метку, блядь. Ну что я сделал? Не хили рейд. Ну, кстати, в оправдании друида там могу сказать. Не будет ардру хилить, замени его. У Джерриона ФПС, ну, очень хуёвый. Джеррион тут. Быть в ДЦ 300, ты чё, на приколь? А, ты в ДЦ, а, сорян. А, по абсурду. А чё там? А Марангаз есть хули приста? Или у тебя ДС? Хули приступ почетче будет. Да, там теперь хули. Марат, у тебя есть холик? Должен быть. Давайте бафайте нам. Нам пиварка зашел. Ну или как вариант, как ты предлагал Димасе в ДД. Нам хилишь. Напись тебя разлагала. У тебя не подвисает напись. Ладно, хорошо. В свету хилишь. Можно пистоба? Капы нету. Кого нет? Кого не было? Уже все. Сейчас заходим за линию. Начинай. Там нет два друга, заливает я за время. Побежали. Олег, можешь там поменять меня, что второй раз убивает? Шаман еще тут есть? Шуф хотел в РС. Да, есть, но ты останься, может тебя разлагает. Может ты дэкин такой видишь, а то крауд уходит. Ну да, я тут если шо пока посмотрел, то что два раза уже выкинул. Ну ладно, ты слишком далеко где-то дрочишь. Что это за фигня? Дисплей? Да, ты лучше подведи босса к хвосту Халиона. Я всегда так делаю. Там будет время сагрить спокойно второго Галена.
Отойдите от босса, встаньте в квадрат, сейчас метеор. Бежали. Глонет, жми бабл, либо через хвост. Мы уже в рейде. О, бестмод, подымай, Димаси. Срасти буду. Встанешь, Димаси? Ты где спали, какой у меня? Три секунды до переходки. Ладно, давай пойдем. Блять, ну, вообще, не диспарит, нихуя не делал. Сколько еще таких героев? Белин, у тебя мобы выросли выше босса. Ты куда смотришь? В потолок, что ли? Повнимательнее. Они же умерли, когда они выросли. Да? Этот Акма, блядь, где-то нахуй шляется сзади босса, там хуй. Он держит голема в 50 метров, это пиздец. Нахуя так держать, я не понимаю. Я подбегал к нему, блядь, чтобы его подхилить, диспелить метку, потому что он где-то в жопе стоял. Потом этот, блядь, вынес метку, блядь, этот, как его? Акма, пожалуйста, танчи ближе босса. Так Хэхпал частицей не может диспелить, вот в чем прикол. Когда на нем метка, он где-то в жопе, и как с него диспелить? Частица не диспелит? Ну да, я побежал с него диспелить. То же самое, вот, кстати, почему не было диспеля с этого? Ну... Акма, ты просто неправильно танчишь. Это ты должен подводить босса, а не люди к тебе подбегать и диспелить. Твой косяк сейчас был. Блин, ты не видишь, что трэш растет? 26 стаков. Я первый раз в жизни увидел 26 стаков. Да. Так, может, 2 ДК, блядь, ты... Давайте бафаться. Ахма, ну начинай вот когда повернуть босса от хвоста, блядь, там встань в районе хвоста и ты отбежишь, блядь, отведёшь его. Ластрай, короче, хант уходит, тогда без шансов убить. Димас, для тебя тоже ластрай, ты сейчас упадёшь, я тебе резку не буду подобрать. Каски нет. Нужно подойти поближе. Заходим за линию. Начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Начало эры разрушения. Небеса в огне. Не надо. Это еще на месяц. Да. Особник, наверное. Блин, выноси метку, морозим трэш. Босс, играйте, трэш сам засольется. Бежали. Мы уже в рейде. Димас, подымай крауда. Апис, подымай веселочку. В чем проблема? Встать в квадрат или забежать за квадрат? Не вижу. Босс, играйте, не заходи пока. Все в босса, мы сейчас не переведем еще. 5 секунд у нас. Беги, малышка, беги! Заходи сразу. Соберитесь, у нас еще есть 6 минут осталось. 6 минут всего-навсего, не тупить, и все убьется. Пацаны, так что такое. Ты говоришь?
верующий не туда вынес. Красава. Ой, блядь, охуенно меня подхилили. Тебя дыхание сбрило. Тебя дыхание убило, какое подхилили, ты неправильно выносишь метку. Падайте. Потому что святые ее неправильно вынесли, блядь. Ты неправильно вынес метку, вот и все. Тебя сбрило дыхание. Ты неправильно вынесли метку. Все головы выносить в сторону хвоста, а выносят неправильно. Я выбежал назад сразу. Нет, ты выбежал в сторону морды. Назад вот. Это бежать туда, где желтая лужа. А там две лужи. Ну, а слева есть дистанция свободная, место свободное возле хвоста. Там нету никакой лужи. Самое главное, что верующий умер и сразу умер БДК. То есть второй шам его не хилит, наверное. Ну покажите детали смерти, что там, как хилит нам вообще. Ваня, ты тут еще? Варенька. Больше покажи. Ну, тебе тоже ГП давать. Ты должен хилить танк, а не подхиливать рейд. Я хз, как тут больше показывает. А, так я сейчас поспелил, у меня же есть реклама. Не хилил танк, а танк упал. Да, еще не понятно, почему он упал. Засыпал, извините меня. Ладно, ребята, не просите больше четвертый раз собирать, если... Сколько траев было? Давай посчитаем. Так. Раз, два, три, четыре, пять траев. Прошло 30 минут, уже трое хотят уходить. Неким вас менять. Ладно, тогда это расход. Всем спасибо. Всем... А чё вы, ну, так просто, блядь, сдаётесь, что вы ничего не понимаете? Блин, ханта нет, он предупредил. Коноп тоже что-то заслакал, хочет уйти уже. Варенька в РК. Искать хила и напольщика. Ну, плюс этот вы слакаете на первую вторую фазу. Ладно. Уже. Ну, не знаю. Может завтра соберется. Да не, тут просто смысл в том, чтобы... Это было просто и выкаять. Становится впадло играть, когда там люди в натуре косячат, блядь. В метке не диспелят свету, так дальше ты стараешься. Блядь, по концу, блядь, ты выходишь виноватый, потому что, сука, метку не оставляют места. Несут под хвост свету, как надо, а несут назад, блядь. И у меня выбор либо бежать к хвосту, чтобы меня застанило и сбрило, блядь. Либо нахуй умирать. Я ебал, мне похуй. Мне это, блядь, ничего не надо. Позиционер показывает что-то. Тоже как бы тут ничего не надо, но я, ну, стараюсь делать все правильно. Ну так, блядь, правильно надо было выносить метку. Святую. Там вообще без разницы, как эту метку в святую вынесли. Там ты пошел просто под дыхание и все. Никаких меток. Ну, первая метка во тьме всегда идет ближе к хвосту назад и ближе к хвосту, а не ближе к голове. Там еще проще даже. Если меток не было, то метка... В смысле, а что вы спорите? Коноп заслакал, это факт. Видос посмотрите, как... Что, о чем вы спорите вообще? Я же уже сказал, что надо к хвосту выносить. Все закрыто. Завтра добьете, если будет желание. Да, с минус 3 добирать раз я не хочу. Ну, значит, третью не надо пытаться собирать, раз такие... Четвертую. А, да, четвертую. Когда была первая? В пятницу я не был? Да. Пятница была. Пятница. Сейчас и ВК десятку соберу. Ладно, пока, Синтона. Ау.